какой-то малыш, сочетание есть. Угу. У нас собрана вся коллекция скрипышей. Ну, как у нас? Не у нас. Вот, посмотрите. Это вторая версия, да? Да. Рассказывай мне, Ангелина, что это, короче, когда в магните покупаешь? Когда в магните покупаешь, в больших магнитах дают от 800 рублей, в маленьких от 400. Слушай, а сумма не маленькая, да? По факту, да, мне кажется, раньше сумма меньше была. Или нет, больше была? Нет, раньше что-то за 200 рублей за каждые... За 250. За 250, так раньше. За 200, ну, примерно так. Да? За 500 рублей раньше давали, какие 250? Раньше. 250 давали наклейки. Бокалы там, вот что-то можно было собирать, да? А. Но крепыш давали 500 рублей. Вот, и здесь вот вся коллекция этих скрипышей. Что там вообще надо говорить в вашем видео для подростков? Ну, типа... Вау, посмотрите, собрана вся коллекция, так что ли? Ну, типа, да, но у нас даже магнит есть юбилейный. Даже магнит? А где он? А, это вот это и есть, это магнит. На холодильник, что ли, его вешать или что? Нет. Что с ним делать? Это просто такой самый главный типа скрипыш. А, понятно. Его короче. Магнитовский этот лейбл. Ага. А, все, магнитовский этот. Да. А, короче. Юбилейный. Да. Этот. Данон. Угу. Чудо. Угу. Вискас. Получается, Малефисента, Ведьмаш. Этот Микки Маус, мышоныш, Минни Маус, этот... Глаз прикольный, мне вот этот глаз нравится. Майк Вазовский. Майк Вазовский? Да. Это кто такой? Это же какой-то реальный персонаж? Да, это мультик такой. А. И Салли Монстр. Угу. Этот, получается... Кирилл не ломай. Какашич, Хэштегач. Олаф, Эльза, так, этот Джинджиныч, Базлайтер, Базлайтер, Симба, Льёныш, угу. Рыбка Дори, Авокадыш, Взрыв мозга, Пиратыш, Тыквыш. Давай мы тут приблизим. Копатыч. Это не Копатыч, это Руколин. Руколещопыч. Чего? Руколицо. Руколицо шопыч? Нет, руколещопыч. Ну-ка, да. Руколещопыч. Руколицо шить. Нет, руколицо шить. Руколицо шить, как, короче, язык сломаешь. И вот это кто? Молвия Маквин. А вот этот вот кто у нас был? Молвия Маквин. Ага. Том, это... Кто единорог, угу. Которогаш и лайкиш. Лайкиш. Капец вообще. Вот. И мы не будем рассказывать, да, как вы их это заполучили? Ну, как ходили, вы думаете, стоит? Мы ходили в магниты, обменивались с друзьями, у кого какие были повторки. Угу. Вот так мы собрали. Подружка я. Мы-то опустим, да? А мне в школе Настя Зяблина отдала именно юбилейного. Ага. Не, ну вообще такая прикольная тема. Вот у эти нас, вот четыре скрипыша самые главные. Ага. Они просто самые редкие. Вот этот у нас есть еще один. Да. Ага. Вот. То есть вы, ну вас обменивать уже нечего, да? Да, у нас есть вся коллекция, все 25. Все 25 есть. Тебя-то можно хоть снимать? Да. Да? Ты тоже участвовал в этом процессе? Вот, сборе этих скрипышей. А вторая линия вам зачем нужна? Вторую это линию повторки. Собираете? Не, ну собираете или нет? Ну, допустим, чтобы у тебя были скрипыши и у него были скрипыши. Нет, это мы просто на одежде там, например, носим или на ключах. А, то есть это можно даже носить где-то, да? Ну, то есть да, юбилейного мы не носим нигде. Потому что могут что украсть? Да. Что, правда, что ли? Да, и он может съесть. Офигеть! Вообще, капец! Да, у нас, короче, девочка... Ради него весь мир. Девочка принесла, и у нее стырили. Обалдеть! На ключ в школе. Мы эти цепляем на кроссовки, на шнурки, на брелок, как брелок. Ага. На сумку. Да. Я на шнурки, на штанах. Да. Короче, самые раритетные вы храните дома. Ну да, вот типа мне больше всего нравятся вот эти вот Домарифисенты. Ага. Это, мне кажется, самые прикольные. Ну, слушай, вот для меня вот эти вообще не симпатичные. Например, вот, да? Из мультиков
Мне вот этот больше нравится, например. Это из мультиков. Вот, например, вот так. Это Ангелинина ключи, тут Малефисента висит. Ага. Ну, короче, из мультиков вот эти прикольные. Вот эти из мультиков. Вот это из истории игрушек. Угу. Это вот львенок, это рыбка Дори тоже из мультика. А этот из корпорации монстров. Это Салли, а это не знаю кто. Это Салли. Слушай, мне кажется, если бы дети были в силах, они бы грабили квартиру от этих скрипышей. Если бы на то пошло, да? Это Майк Вазовский. Это Салли монстр, а это Майк Вазовский. Ага. Ну еще какой? Не, мне вот это вот нравится. Мне больше всех нравится вот это вот. Вот это мне нравится. Хоть кому-то какашка нравится. Мне нравится, она красивая. Но посмотри, цвет у нее розовый, розово-голубая какашка. Классная же. Что-то такое необычное. Кошка вот эта, единорожка тоже неплохая. А вот этот светится в темноте. Да? Да. С фосфором, значит, да? Это как и в первой части светился... Зомбуш. Да. У нас есть почти вся коллекция, кроме юбилейного. Это, слушай, это первая коллекция, да? Да. Вау, вообще. Это обычная какашка. Ну, видишь, некрасивая. Вот сравни эту какашку и... Вот она. Да, и вот эту. А она еще с очками. Вообще, эти. Ну вот эти посимпатичнее, да, чем старая коллекция? Да, это обычные смайлики. Ну, ага. Самые симпатичные, это, наверное, вот эти вот два. А это... Мамашечка. А это семья. Да. Тут еще девчоночка найди. Короче, мы тоже собрали семью. Они в первой части вообще считались редкими. А юбилейные еще редче. Их много. Угу. А есть те, которые блогеры собрали уже всю коллекцию? Ну да. Вот только деньгами, да, тратили нет. деньги, нет? Парень в прейде у меня прям. Кто у тебя? Алло. Весь день звонят у меня прям. Так, ладно, закругляемся мы. Всех оповестили, о, все хорошо. Осветили. Красивая, да? Симпатичная. А это что, семья ты, да? Это вот одна семья, ну, получается, да, нет ли? Вот, ну, семья это, короче, мама, сын, папа и дочка. Ну, типа, семья это в первой части была. Ясно. Может, тебе картошку разогреть пюре?